здесь немножко посмотреть в сторону партнеров. В первую очередь динамовцам, может быть, здесь как раз этого и не хватило, Карпову, чтобы лучше шайбой распорядиться. А тем временем рижане отвечают опасным моментом. Таким образом получились эти действия. Вот начало атаки, передача за спину и реакция Ренникса. То есть мы видим, что Корягин чуть проигрывает ситуацию, когда шайба оказывается в воздухе. А скоростной Ренникс своей возможностью не воспользовался, поскольку Лазушин сыграл здорово, блином отвел угрозу. Но, тем не менее, мы видели уже контратаку 3-1 с загоняющим Баранцевым, который спас ситуацию. Мы видим сейчас один момент, когда в одну передачу, такую по воздуху,